Итак, всем привет, дорогие друзья! Сегодня на моем канале будет небольшое видео о Фейсбуке. Как вы знаете, недавно Фейсбук поменял свой внешний вид, и для многих пользователей не совсем удобно, не совсем привычно, можно так сказать, пользоваться дальше Фейсбуком. Ну, как можете видеть, здесь поменялась лента. Ну, в общем, не совсем удобно и корректно работает. Для того, чтобы поменять, вернуть, вернее, старый внешний вид, есть очень неплохой способ. Сегодня мы попробуем вместе установить данную программу. Как можете видеть, сайт называется overlayout.com. Здесь мы можем выбрать необходимый для загрузки файл, смотря какой браузер вы используете. Ну, в данный момент я пользуюсь Mozilla Firefox. Вообще очень давно не пользуюсь, еще с первой версии. Расширение поддерживается для многих браузеров. Вот, как можете видеть, для самых популярных это Mozilla, Chrome, Opera и Windows Edge, или как он там сейчас называется. Так, ну давайте попробуем, установим. Ссылочка на данный сайт будет в описании, на данные способы. Нажимаем Install, переходим на сайт с приложениями Firefox, нажимаем добавить Firefox, также добавить. Здесь галочку, конечно, нам все понятно. И у нас вот получился вот ярлычок Overlayout для Фейсбука. Наверное, нужно перезагрузить браузер, но мы попробуем так для начала. И как можете видеть, нам возвращается старый облик Фейсбука. Причем даже не пришлось перезагружать браузер. А вот так выглядит все по-старому. Можно зайти в группы. Вроде более-менее корректно работает. Таким образом мы вернули старый облик. Ну, скорее всего, нужно будет перезагрузить еще раз браузер и посмотреть, как на корректность работы. Ну, судя по отзывам, достаточно неплохая штука. Можно, конечно, это выключить. Вот Enable и Disable. То есть включить новый облик, это нажать Disable. Вот мы сейчас это попробуем сделать и перезагрузить страницу. Да, появляется новый облик, и, соответственно, с помощью данного приложения можно включить обратно старый вид, старый скин Фейсбука. Да, загружается вот старый вид. Так, ребятки, кому понравилось данное видео, если это видео было полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем хорошего дня и пока-пока. А ссылочка на данный способ будет в описании.